Всем привет, дорогие друзья, это канал Game World, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Starbound. Так, и сегодня мы будем апексов, вот этих обезьянок наших, исследовать местность, искать, скажем так, похожие артефакты, и все в этом духе. Так, тут у них вон занавески даже есть. Кстати, нам еще надо будет построить свое поселение. Может быть, в этой серии займемся. Ну, точнее, не займемся, а начнем. Вот. Нам нужно будет построить поселение. Чем сложнее планета, на которой будет построено поселение, тем больше ресурсов нам будут приносить поселенцы. То есть, например, если мы построим на четвертом уровне планету, на четвертом уровне планеты, да, то у нас будет куча ресурсов. Кстати, задание примем, потом как-нибудь я его выполню. Чтобы нам, в общем, они будут приносить нам кучу пикселей. Так, и здесь вот у нас уже все шикарно прям. Так, кстати, корзинка. Корзинка есть, это есть. Так, тут, да, мы уже все это обыскали, поэтому... Так, ну тут мы тоже все обыскали. Шкаф. О, проигрыватель. Кстати, мы почти уже собрали этот. О, вентиляции еще не смотрели. Так, давайте дверку просканируем. Так, здесь все. О, задание можно сдать чье-то. Пошли сдать. А! Эй, ты бесстрашный. Отдай мне. Ты... А, с тобой просто поговорить можно. Ладно, потом посмотрим, что он нам там дал. Так, где тут торгаш? У торгаша ничего интересного нет. Бананы, холодильники и все такое. Да, тут интересного ничего нету, в принципе. У нас есть еще база обезьян. Если мы сейчас здесь все не найдем, мы сходим на базу обезьян. О, вот плакаты как раз. Да ладно, серьезно что ли? А, я уж думал, все. Какая-то музыка такая пошла, как будто, я не знаю, на нас сейчас нападет кто-то. Скорее всего, здесь мы уже больше ничего не найдем. Да, тут уже здания повторяются, поэтому, скорее всего, да. Все, здесь пусто. Ну, сейчас пойдем на базу обезьян. У нас есть одна. Мы ее как бы не захватили, а... А, нет, мы ее захватили, я вроде ее зачистил, уничтожил там всех. Поэтому, да, все, тут пусто. Ну, тогда пошли на корабль. И на базу обезьян. Сбегаем там, посмотрим, что да как. Так, значит, обезьян вот, и вот обезьян. Вроде здесь база. Но самое главное... Да, вот она, слава богу. Так, во. Почти. Мы сейчас еще ее все обворуем. Естественно, все обворуем. Почти, кстати, собрали. Да, это все забираем. Это нам все пригодится. Даже лифт пригодится. Так, осталось только найти остатки от этой базы. О, контейнеры. Так, стоп. Там еще какие-то контейнеры есть, так что я думаю, что мы сейчас все быстренько найдем. Опа. Я забыл совсем о вот этом. Так. Ой-ой, лава. Ой, лава. О, кстати. Точно. Это я создал детектор, который нам ресурсы помогает искать. У нас там чуть-чуть оставалось ресурсов, я его собрал. Так, а еще, походу, я тут все лифты разобрал. Да. А, ну да, парочку лифтов я разобрал. Так, бананы. Да, я решил их себе забрать. Так, почти все. У нас остается еще самый верхний этаж. Там, где было этот... Да, вот база управления дронами. Все, мы все собрали.
Все, замечательно. Забираем гобеленчики. Давайте кнопку заберем. Вот это все собираем. Все, мы все собрали. Теперь можем со спокойной душой дообворовывать всю территорию. Забрать отсюда все, что можно. И большую из этого частей мы повесим на базе наших... на базе наших новых жильцов. Да. Будут жильцы новые, естественно. Потому что они как бы нам нужны. Вот, они будут давать нам кучу ресурсов. У них самое главное это кровати. Потом... Так, тут все. Кровати. Вроде место, где они могут сидеть. Нет, стоп. Кровати и дверь. А, и свет. Вот. То есть вот такие вот составляющие нужны и все. Да, базу я решил под ноль прям разобрать. Ну, в смысле, забрать отсюда все, что можно. Все, что забирается. Ой-ой. Так, ну ладно, давайте пока тогда детектор ресурсов уберем. Пока что на вот это поменяем, он нам не нужен. Чтобы нам побыстрее израсходовать все эти ресурсы, потому что они, эти аптечки нам уже не нужны. Мы будем новыми пользоваться, у нас новых куча, если что, мы сейчас себе еще можем создать новых. Так, вот это давай туда, он сам сейчас упадет, когда надо будет. Ой-ой-ой. Ну давай, рельсы. Я, конечно, понимаю, что рельсы мы можем и сами создать, да, но что-то вот как-то не хочется тратить на это ресурсы, если можно их забрать у обезьян. Да, правильно, зачем тратить на них ресурсы? О, дорога железная улетела. Все улетает. Так. Да, потому что нам нужно... Потому что вот это все время прыжки эти, они мне уже надоели, если честно. А так мы сейчас с лифтом-то вообще будем... на короткой ноге, скажем так, с лифтом. У нас будет все шикарно. Будем ездить куда угодно. Так, давайте-ка. Выпьем одно зелье. У нас, в принципе, этих-то много. Да, кнопки, как я понял, здесь есть, которые отвечают за то, чтобы что-то загоралось, какие-то светильники и все в этом духе. Так, тут все. А, да. Эти блоки, кстати, делаются из дюрастали, из железа. И тут, ну, они разные, вот из чего их база, вот это вот научный центр обезьян сделан. Он прям делается из всего подряд. Так что, да, забираем тут все. Все. Да, все, мы их полностью ограбили. Так, можно флажок отсюда забирать, в принципе, с этой планеты, да? Потому что, ну, он нам тут больше не нужен. Делать тут все равно уже нечего. Босса обезьян мы уже, кстати, нашли. Все, забираем флажок. Так, надо поесть сейчас. Главное не помереть, потому что если мы сейчас помрем, это будет прям печально. Кстати, дерево надо немножко. Оу. Что-то я увлекся. Валим отсюда. Так, все, базу обезьян мы нашли. Точнее, босса обезьян мы нашли. Мы сейчас на лавовой планете можем, в принципе, создать себе базу именно здесь. Кстати, сколько у нас здесь? 380, на 3 прыжка еще есть. Да, вот здесь базу себе создать. И тогда они, конечно, наши будут приносить нам в 2 раза больше. Но я не хочу, если честно. Кстати, мне кажется, там у нас еще третья база обезьян есть, да? Вот на пустыне. Так, это гличи. Да, еще одна есть обезьян. Орит? Орит? Орит, орит, орит.
Или опит. Я не помню. Нет, я не помню, что это. Так, давайте в дом телепортируемся. Так, и давайте посмотрим, что мы тут набрали. Ну, парочка рельс, парочка ресурсов всяких. Я вон себе же базу украшаю потихоньку свою, потому что пиксели пикселями. Мы сейчас срубать их начнем в больших количествах. Как только, так сразу. Так, вот сюда давать. Ну, сюда скидывать нечего. Вот сюда, да, площадки, вот эти все кнопки, все скидываем. Шкафы, столы, это мы все продадим. Кровать, кстати, шикарная, но нам она не нужна, к сожалению. Можно вот эти поставить, как двери. Вот эти поставить, как двери. А давайте их оставим пока что. Переключателей 30, дверей 5. Ну да, маловато. Так, что у нас еще из нового? Да, из нового больше ничего нет. Я вот эти капсулы хочу куда-нибудь поставить. Смотрите, смотрите, они шикарно выглядят. Особенно вот эти с человечком внутри. Вроде в такой спать можно. А, нет, это источники света, это не кровать. Но все равно. О, картинки хоть повесить можно. Так, ну там все увешано. Давайте вот тут одну повесим. Так, ну с бананами я не хочу вешать. Вот это станция, декорация, станция управления роботами. Куда бы ее влепить-то, а? Она не маленьких размеров. Но она шикарно выглядит, да? Там вот робот маленький. Жалко, что это она правда не управляет роботами. Так, я знаю куда. Вот это мы сейчас уберем, вот это уберем. Здесь мы ставим станцию роботов, дронов. Дальше мы ставим вот это. А между ними мы влепливаем вот этот маленький генератор. Ну или что это такое, не знаю. Так, значки радиации. Это нет. 41 свет, кстати. Так, ну ладно, мы сейчас большую часть продадим и сделаем себе поселение. А на босса мы пойдем в следующей уже серии. Я подготовлюсь там, аптечек себе насоздаю. Мы, скорее всего, босса будем спавнить. Ой, не босса, а базу будем строить прямо здесь. Потому что, ну, смысла я не вижу где-то еще ее строить. Так, это гигантская обезьянья морда. Это мы тоже продаем. Это нам все не надо. Таблички. 10 красных нет. Вот это. Всего 1200. Это мало. Я скажу, что это очень-очень мало, потому что... Кстати, 7 столов. Ну, я буду 14 себе. Хотя давайте... Не знаю, блин. Ну, шкафы мы продадим. Стулья мы вот 11 оставим. Вот эти вот мы точно продадим. Да это тоже можно продать. Вот. Мы сейчас себе заберем вот эти пиксели. Переработаем их в ресурсы. Посмотрим, сколько у нас получится. Потому что нам там приличное количество нужно. И начнем потихоньку базу строить. Я, наверное, потом уже либо не на запись ее дострою. Так, сколько у нас получилось? У нас 30 тысяч. А в банке у нас осталось в нашем 120. Итого 150 тысяч. Я думаю, хватит вполне. Да, вполне. Стоп. Нам нужно 7 столов. 7 столов. Для 14 еще. Так. Вот, значит, 7 столов нам надо еще. А еще нам надо двери. Ну, такие нет, такие точно нет. О, новые, кстати. Нет, да и деревянный нет. Давайте вот таким сделаем. Сколько нам надо? 14 дверей. Да, 14 дверей нам нужно. Света у нас хватит, если что. Так, все, 14 дверей. Свет нам не нужен. 14 мест, где они будут дрыхнуть. 14 кроватей. О, кстати, 7 вот таких столов. Так, и у нас 11 стульев. Значит, надо всего 4 стула. А, нет, стоп, 3 стула.
Кровати. Какие бы им создать кровати? Выбор-то, в принципе, большой. Но они все стоят по 125, так что давайте посмотрим тут какие, ну, стандартные вообще самые. Нет, я такие не хочу. Давайте вот, нет, стандартные. Давайте что-нибудь тогда из самого первого. Во, слушайте, шикарно выглядит. Давайте, 14 штук. Свет, кровати, двери, все. Больше им ничего не нужно. Стулья и столы, это будет чисто как декор. Так, ну, картины, естественно, нафиг им. Да, нафиг им картины. У нас, тем более, декорации в виде глобуса есть. Мы его будем ставить. Так. А по энергии? Это что такое? А, это кнопки. Это рычаги управления. Это пульт управления. Это сундук с ловушкой, который открываешь, и срабатывает какая-то ловушка. Это если вот играть с кем-то, да, и так попытаться над ним подшутить, то будет весело. Так, где-то у нас здесь. Да, у нас здесь есть, если что... Ну, мы там глобус поставим, скорее всего. Пару колонн. Так, 5 дверей валяется. Нафиг они нам нужны. А, мы... Замечательно, у нас такие двери уже есть. Ну, ладно, возьмем 10 светильников на всякий пожарный. Да и вот такой вот украшенице. Все, пошли, сейчас купим себе 14... как, я не помню, как она, эта штука называется. В общем, она призывает одного жителя. Так, они находятся у нас вот здесь. Стоят они вроде по 700. То ли по 700, то ли по 500 пикселей за штуку. Находятся они вот здесь. Вот у этого вот лягушки. А, 750 они стоят. Нам надо 14. Да, здесь есть икра... А, мы уже разом купили. Да, здесь есть вот тут всякие фонтаны. Вот, кстати, фонтан я куплю. Мы его в центре поставим. Да, кстати, здесь такие же почти стулья были. Телевизоры, светильники все различные. Кровати вот вроде. А, это мебель. Стоп. А это книжка. Можно купить. Да, это как кодекс она идет. Вот, типа, почитать, как строить базу. Тут рассказывается, ну, естественно, на английском. Так, кстати, дом что? Ух ты, катушка-проводник. Не знаю, что это, но это можно использовать. Так, ладно, все, валим отсюда на базу. Сейчас телепортируемся. И будем потихоньку строить... Потихоньку строить нашу базу. Я сделаю так, что на нее, в эту базу смогу проникнуть только я. И больше никто. То есть, вообще никто. Ну, кроме самых-самых таких мелких-мелких животных. Вот. И то, хотя нет, никто не сможет проникнуть на базу, так как она будет идти прямо от моей базы. Вот, прям напрямую. Так, нам нужен ресурс. Но я думаю, мы сделаем из задний фон из обычного дерева. Еще бы найти. Вот у нас 1500 есть. Но сейчас мы еще немножко возьмем. И я думаю, давайте сделаем... Вот это вот заберем. И сейчас из этого какие-нибудь сделаем... Так, где-то у нас тут еще дерево было. Вот. Давайте еще себе дерево сделаем немножко. Ну, потому что 14 комнат, они будут прилично такие... приличного размера. Вот. Я только не знаю, в высоту их строить или как. Или можно по 2 построить. Это будет... Нет, по 2 не пойдет. Будем 14 строить. Так, где у нас еда-то, блин? Вон, пончик заедим. Пошли. Сейчас мы быстренько разберемся. А, стоп, я же хотел создать себе какой-то материал. Так, материалы. Может быть, из вот этого создадим? Cobblestone. Нет, из этого я точно не хочу. У нас из этого база стоит. Вот из этого можно создать им базу внутреннюю. А, не, во, кирпич шикарно, в принципе, выглядит. Да, тут больше, в принципе, ничего такого нету. Давай. Поскольку по двадцатке за раз. Давайте-ка, сейчас он пару тысяч наберет, и мы продолжим, потому что смотреть на это долго. Так, все, у нас все создалось. Так, давайте тогда убираем вот это. Факелы мы тоже убираем. И сейчас выставляем блоки.
Так, вот эти. Стекло. И задний фон будет в виде дерева. Я не буду заморачиваться сильно, потому что эти ребятки будут давать нам хорошенько по пикселям. Так, факелок давайте с другой стороны поставим. Где там они у нас? Вот. Вот так. Прорываем вот здесь. И пошли вот так. Так. Ну, это пока что вот так идет, да? То есть... Стоп. А, тут вот надо пройти. Да, мы будем проходить под коровником. И вот сюда, вот здесь где-то себе сделаем базу. Вот, да, вот тут вот. Так, сейчас я только в коровник зайду. Да, я сделаю себе, ну, вот примерно вот такой вот будет, да, только поровнее, покультурней, скажем так. Чтобы более-менее база такая была шикарная. Плюс они будут давать нам кучу ресурсов, кучу оружия. Ну и, в принципе, задания будут простенькие. А, там, типа, поговорить с кем-то из поселенцев, принести какой-то... какую-то, ну, там, фигню какую-то. Они вам дадут статую, вам скажут, поставьте статую где-нибудь у нас... О, у себя, у меня в комнате. Там вот, или купите статую, найдите статую, там поставьте в комнате. И все такое. То есть сложного там ничего не будет. Вот, то есть просто подай, принеси, поговори, отнеси это этому, поговори это с этим, ну и все такое. Так. Все, поехали. Да, скорее всего пока так будет. Ну, я пока что еще не решил. Так, давайте-ка заюзаем. А хотя нет, смысла огонек юзать нету, да? Или есть? Где там наша аптечка? Все, вот на этом уровне мы будем строить себе. Вот так. Так, давайте сейчас территорию выкопаем. Такую большую-большую. Так, давайте-ка тогда я подготовлю все более-менее. И мы продолжим. Так, в общем, я сделал примерную разметку и столкнулся с маленькой проблемкой. Так как задний фон здесь это океан. Да, то есть вот, смотрите. Опа! И надо успевать заделать. Если не успеем, то нафиг... Ну, утонуть-то мы не утонем, да, нам костюм не позволяет. Да, но вот... Чё за... А, стоп, тут везде надо задний фон делать. То есть, иначе да, иначе будет катаклизм. Так, ну, я, в общем, разметил. Вот такой высоты у нас будет, получается, база. То есть, нам надо, во-первых, увеличить остров. Сделать гигантский просто задний фон. Вот, но мы сейчас более-менее так построимся. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И девятая это у нас комната. А, так, длину комнаты надо рассчитать. Длина комнаты у нас будет 18 блоков, да? Я правильно посчитал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. А 18 это дверь. Надо сделать так, чтобы 18 была не дверь, а стена. Тогда у нас больше поместится. Ой. Да, заходить мы на базу будем, естественно, через вот эту вот вентиляцию. Ну, скажем так, вход вот этот. То есть он будет нас запускать вниз. Мы будем проходить под самой базой. Здесь я себе сделаю маленький такой люк. И когда никого над ним нету, мы будем заходить на базу. Здесь будет такой центр, на котором будут находиться, блин, все наши люди. Так. Да, базу, конечно, строить придется долго. Но я не на запись этим буду заниматься, задним фоном и всем остальным. А призыв людей, скажем так, будет уже полностью на запись. Да, только вот строить это все, ой, как будет непросто. Это будет очень-очень непросто. Потому что вот, сейчас тут нормальный задний фон, да? Здесь нормальный задний фон.
это хорошо. Весь остров это нормальный задний фон. Это, конечно, замечательно. Ну вот, а дальше? Дальше это жесть. Я не знаю, ну все факела у нас утонут не раз, это по-любому. Тут уже как бы без вопросов. Так, вот, мы примерно вот задний фон почти сделали. Ну тут я, да, я побаловался немного, расширил задний фон. Так, давайте-ка, нам надо... Ну давай, нам хотя бы пройти, что ли. Три, так, вот это нам тоже надо сносить. Так, надо быть аккуратным, чтобы сюда вода не зашла. Если сюда вода зайдет, будет печально. Давайте вот так вот расширимся. Все, база нам больше ниже не нужна уже. То есть только задний фон. Вот отсюда, вот, считайте, до самого-самого-самого края, какого мы дотянем. У нас в манипуляторе ведь осталось только вот 48 блоков найти. Ой, 48 модулей найти, и все. Вот, и у нас как бы все будет готово. Да, с деревом, конечно, я не подрасчитал. Дерево будет в разы больше надо, потому что база будет гигантская. Так. А, давайте-ка. Вот так вот сделаем. А, мы здесь не отмерили. 18-е. Стоп. А, так. У меня просто вот этих подмостков мало, поэтому раз... Я так мало их построил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать и 19-е вот здесь. Все. Так. Ну, это низко слишком. Во, нормально. Все, теперь, в принципе, можем строить каждую. Так. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девятое. Да, главное, чтобы здесь башка проходила, остальное, в принципе, не важно. Так, блин, даже не достаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, конечно, остров придется сильно увеличить. Я на это, как бы, об этом не думал, чтобы его увеличивать. Потому что, ну, зачем нам увеличивать остров, да, как бы глупо. Вот, оказывается, придется. Мы уже второй раз я его увеличиваю. Стоп. Так, это нам здесь уже не надо. Леса нам здесь пока не пригодятся. Ну, вот эти оставим. Так, а эти мы поставим вот где-то здесь. Несколько здесь, здесь, вот здесь парочку. Так, стоп. Так как у нас будет середина базы где-то вот тут. Они нам пригодятся, чтобы делать... вот как сделать лестницу, да? Чтобы наши жители смогли ходить друг к другу в гости и все такое. Я пока что еще с этим не придумал. Так, ладно, давайте дальше пророем здесь все. Пока что поставим вот так блоки, но я, наверное, все стены просто, весь задний фон просто удалю. Сравняю океан с уровнем базы просто, да, и без малейшего напряга просто задний фон уже буду убирать после того, как база будет полностью залита и убрата от заднего фона. Так, давайте-ка вот это тоже уберем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тонем. Фух. А, база набралась. Да. Вот этого я не ожидал. Ну ладно, я это ожидал. Я предполагал, что как-то так и будет примерно. Так, давайте тогда сразу задний фон немного увеличим, чтобы нам копать было легче. Потому что копать, конечно, будет тяжко. А далеко нам надо задний фон? О, задний фон-то нам не так уж и далеко нужен. Так, сейчас мы вот отсюда воду все выльем. Так, о, как тут набирается-то быстро. Все.
Так, задний фон нам нужен только вот где-то... Стоп, докуда нам задний фон нужен? О, там камешек выпал. А там вон что-то недостроенное. Так, задний фон нам нужен будет всего лишь... Так, вот до сюда. Да. Так, а там внутри мы сделаем себе какой-то... Такой, не знаю, как проходик, что ли, маленький. О-о-о-о, только не стекло, вы чё? Стекло нам нужно. Вот, то есть, в принципе, вот поэтому вот мы можем равняться. Ай, блин. Так, стекло убираем. Вот тут задний фон поставим. Так, все, 500. Ну вот, все. Так, и идем, да, вот по этой. Сейчас мы воду только отсюда выкачаем. Да, чем дальше она находится вот от спуска, тем дольше, естественно, она выкачивается. Все. Так. Вроде здесь все должно быть нормально. Да, вот здесь все нормально, поэтому просто сейчас в ширину базы вот докуда достанем, начнем ее потихоньку увеличивать. Так. И, естественно, вот это вот все тоже заливаем. И вот так вот потихонечку, полигонечку, да. Лучше, конечно, сделать в два блока. Потому что хрен его, даже лучше в три. Фиг его знает, не дай бог рука дрогнет, да, и опять мы утонем. Ой, стоп, не то. Факела. Да, больше факелов. Так, где там наша база? Все? Да, все. Это можно уже просто сделать как искусственный остров. Да, вот так вот слегка. Разные ему размеры придадим. О, у нас блоки кончились. Странно. Я помню, что у нас их была масса. Да, сейчас придадим такие, ну, более-менее хаотично, чтобы было, да, чтобы было похоже на остров. Без зазоров, главное. А, да, здесь не встать. Ну и вот, и все. Стоп, серьезно, что ли? Все, хватит. Так, а здесь надо будет... А, стоп, я перебарщиваю. Здесь, так, стоп, факела. Блин, ни черта не видно. Так, вот это значит мы вот так вот заделываем полностью. Вот это нам нужно. Ну, доступ к базе с этой стороны мне в принципе будет не нужен, да? Мне надо будет только центр. И все. Так, значит... ну ладно, с центром мы сейчас еще выберемся. Я не знаю, ровно ли у меня получится центр или нет. Так, ну ладно, давайте вот это тогда уберем пока что. Вот этот центр нам мешает сильно. Ой-ой-ой. Да уж. Так, ладно, пусть сливается. Ну, давай. Чё там так долго-то? А чё он реально так долго-то? Да вроде всё нормально. А, там где-то пробоина была, вот вода и набиралась. Так, всё. Ладно, давайте-ка. Сделаем по максимуму пока что, а потом уже будем смотреть. Так, это мы все закрываем. Все, готово. Так, пока что факелок, да. Вот, все, территория размечена. Осталось только возвести построечку. Так, стоп.
Да. И придумать, как жители будут вылазить. Но я думаю, вот на этих вот подставочках, да, то есть все жители будут просто выходить, скажем так, на свежий воздух с помощью вот этих вот, как они там называются-то правильно? Wood platform, да, с помощью платформ. Мы объединим их вместе, построим, наверное, винтовую лестницу, да, чтобы им было более комфортно. Так, ну тут, в принципе, можно строительство вот так вот начать, просто отмечать по блоку, да. Вот я уже накосячил, да? Нет, нет, не накосячил, все нормально. Так. Ой-ой-ой. Так, и вот здесь последний. Правильно? Нет, неправильно. Вот здесь. Так, и последний где-то вот здесь. Да, все. Да ё-моё, что ж за дела-то, а? Так. А, здесь комната больше. А, ну все правильно. Там же нету этой штуки. Тут комната тоже 18 блоков, только там нету этого входа. Все, готово. Комнаты на 17 человек. А в чем я накосячил? Правильно. Я накосячил в том, что вот эти штуки здесь не должны быть. Что это уже двери. Да. Двери у нас вот тут идут. Да ё-моё. Да, двери вот тут идут. Так, вот это я переборщил. И вот это я тоже переборщил. Так легко переборщить с дверью. Так, стоп. И самое главное, что они ставятся-то по-убогому. Давайте с дверью. А, ну... Нет, нифига. Больше надо. Да? Да. Но, смотрите. Вот какая шикарность. То есть, вот эту комнату мы сейчас сделаем. Оу-оу-оу. Заделать. Закрыть. Да, это, конечно, минус. Серьезный такой минус. Всей вот этой вот инфраструктурки. Но благодаря тому, что мы можем выкачивать воду. И, кстати, мы сейчас сдохнем с голоду, а у нас нечего есть. Да, и время уже серии подходит к концу. Так, вот так вот мы спокойно строим себе базу, ни о чем не переживая. Ну да, этот уровень воды здесь долго не окажется. Вот. Сейчас мы, конечно, сделаем первого жителя, потому что ему-то уже ничего не угрожает, только мы его потом отгородить, главное, успеть. Так, давайте сейчас я покажу, как у нас будет выглядеть одна комната. Здесь должна стоять кровать. Ну, мы поставим здесь столик. Мы поставим здесь стульчик. Так, у нас это все просканировано. Так, где у нас освещение? Освещение у нас находится вот здесь. Только не такое, а синенькое. О, шикарно выглядит, да? Да, шикарно. Стоп, мы же за симметрию. Давайте. Два блока отступаем. Вот. У нас их 39. 39... Нет, нам не хватит. Но если что, мы сейчас еще создадим. В этом, в принципе, проблемы нету. Так, и наши эти. Где они? А, вот они. Так, стоп. Во-первых, блоки, да. Комната комнатой. Мы ее закрываем. Все. Ну, потому что, чтобы житель отсюда убежать не смог. Опа! Первый наш житель. И это обезьянка. Все, она теперь будет здесь жить какое-то время. Ну, вообще,
будет все время здесь жить. Я полностью обустрою вот эту базу. И мы начнем сделаю задний фон, стены, все такое, да. И мы начнем призывать потихоньку жителей. Кстати, здесь настолько высокий потолок, что мы сможем сделать себе книжные шкафы. Спокойно поставим. Так, давайте-ка я посчитаю, сколько у нас тут блоков, блин. Так, здесь, значит, у нас тоже дверь. Да, кстати. Так, мы сделаем себе маленькую комнату, во-первых. Так, значит, у нас от двери идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Слушайте, я сделал симметрично. Это шикарно. Так, значит, отмеряем 15 блоков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот. Да, он в приседе ходить не может. Так, это центр. Все. Точно центр? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Нифига. А, ну да, 14. Раз, два, три, стоп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. Да, все правильно, это центр. Так, у нас еда заканчивается. Пошли быстрей. А то сейчас с голоду еще помрем. Вот, мы разместим 13 таких сфер. О, 13 таких, как они там называются-то правильно? Спаунеров. 13 спаунеров. И они будут давать нам жителей. Жители будут давать до тех пор... дадут нам 14 жителей, которые будут давать нам все различные задания. За которые давать нам будут все различную награду, все различные крутые штуки, оружие, пушки там. Может быть, даже модификационные модули. Плюс они будут давать нам кучу различных этих... Как они там называются-то? Кучу различных семян. Кстати, все зависит от класса, который мы призовем. То есть это могут быть одни обезьяны, могут быть одни хилоты. Ну, то есть гличи. Главное, чтобы разные были. И от каждого класса мы будем получать свои семена. Сделаем, скорее всего, может быть, я сделаю маленький огородик здесь. И они будут жить, поживать и добра наживать. Ну и нам ресурсы добывать. Все различные. Я просто точно не знаю, что там еще может быть помимо вот этого. Так, ну обезьянки скучно становятся. Но как бы то, что ты дверь открыла, это хорошо. Стоп, мне кажется, или... Да, там блока не было. Ой-ой. Это я зря. Если мы дверь уберем, то все, кирдык. Да, все, вот тебе дверь. Не ори, только не ори. А, она плачет. Слава богу, а то она исчезнуть могла. Ладно, давайте-ка пока что на этом закончим. В следующей серии мы продолжим улучшение нашей базы. Призовем себе побольше жителей. Всех. И, наверное, если останется время, сходим на босса. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока!